Эй, всем привет, друзья и гости моего канала Нептун здесь. Добро пожаловать на мой игровой канал. Это рубрика FNAF пародии. И сегодня мы поиграем во FNAF игру на тему мультфильма «Остров сокровищ». По-любому вы смотрели его, по-любому слышали про доктора Ливси, про Билли и других персонажей этого замечательного мультфильма. Собственно, эта игрушка от нашего разработчика. Ссылочка на скачку на GameJolt будет в описании под видео. Кому понравилось, друзья, можете поиграть, скачать, ну и поддержать разработчика. Ну а мы будем потихонечку начинать. А что такое последняя экспедиция на остров сокровищ? Это переосмысление классической сказки «Остров сокровищ». Когда-то Билли был простым похитителем карты капитана Флинта. Однако в нашей версии Билли проходит новый путь, который меняет ход истории в иную сторону, близко не похожую на историю оригинальной книжки. Сможете ли вы пройти его? Собственно, давайте играть. Выглядим. Это демка. Сразу говорю, это не полная версия. Привет, старина, давно не виделись. Ты по делу или так? Да, у меня где-то залежалась одна копия, но она уже старая и, возможно, не работает. У тебя же телекассеты читает? Ну вот, держи. Смотри, мне не испорть, у меня один экземпляр остался. А переписывать его как-то стрёмно. Видак! Ну ладно, удачи тебе. Забегай как-нибудь ко мне еще. Я думаю, принесу для тебя нечто новое. Окей, взял кассету. Посмотреть замечательный мультфильм. Вот, люблю. Это в пародии, которые сделаны по всяким мультикам, причем которые сделаны нашими разработчиками, это повышает шанс того, что тут есть русский язык. Данная игра является профильтрованным рофлом, который был разработан вместе с моими любимыми подписчиками на стриме. Балдеж, человек сделал игру на стриме, представляете? Ладно, погнали. Глянем чуть-чуть, начать путешествие, продолжить. А, то есть там была первая менюшка, а это уже другая менюшка. Ладно, там были настройки и все такое прочее. Сбежать. Дополнительно пока что нельзя. Давайте начать путешествие. Уровень сложности. Мама, дай мне поиграть, пожалуйста. Капитан, отличный баланс, который бросает вам вызов. Да давайте на среднем. Пираты не боятся вас. Вам обычно не везет, вы не бедный, но не богатый. Черная метка портит ваши планы, ограниченное количество жизней. Пираты жалеют вас. Да ладно, давайте, что ли, капитан, поглядим. Глава первая, по следам капитана Флинта, первая ночь. Совет, вместо гневного коммента под игрой с найденным багом отправьте рапорт на почту разработчика, друзья. Окей, ну визуально пока вроде прикольно. Якорь. Окей, пасхалочка, видимо, да? Быстрее. А, у меня кот убежал. Ладно, окей, что у нас там есть по управлению? W это... А, это лампа. А как его зажечь? На R, да? Ага, на R зажигаем, на W... Лампу можно погасить. Кот какой-то куда-то убежал, непонятно куда. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть подзорная труба. Швырнуть апельсин. Достать трубу. Вернуться. Достать. Так, хорошо. Локация лес. 510 метров. Так, вращать камерой нельзя. Ну, по сути, это камера, да? Блин, вот сюда не хватает, друзья, эффектов. Вот это вот. Дождя, капелек там и так далее. Локация 2 равнина. Там кто-то есть. Какой-то шарманчик безумный. Кто-то поражал. Вау! Ну как же так? Я думал, ты почти должен научился бороться за свою никчемную жизнь. Подождите, черный пес меня убил? Вы позволили ему попасть к вам. Отгоняйте его, швырнув в него апельсином на выбранной локации. Слушайте его шарманку и не позволяйте доиграть ему свою музыку. Блин. Да у меня какая-то хрень вылетела, какое-то окошечко вылетело, и пришлось на него отвлечься. Так что не виноват. Окей, давай, допустим. Труба. Достать. А,
То есть изначально этого шарманчика нет, то есть он близко подошел. Понятно? На третий. Там какая-то лошадь! Это лошадь, да? Ладно. Ну, это ближе к лесу локация, это где-то посерединке, это третья ближе ко мне. Пока что никого нет. Окей. Швырнуть апельсин куда-то. Видимо, на одну из трех локаций, да? Что за смех? Допустим, двойка. Да что за фигня? Кто там ржет? Билли, ну нельзя ж так безалаберно относиться к своей жизни. Опять? Слушайте его шарманку, не позвольте доиграть ему. Так я не слышал никакую шарманку. Я слышал глупый смех. Догоняя чего, швырнув в него апельсином. Так я вроде швырял. Так, помимо всего прочего, у нас есть... О, там что, лифси что ли стоит? Что с ним делать? Блин, непонятно. Найдите ром и сбегите до прибытия подкрепления. Можно поиск рома сделать. А, я ищу ром, действительно, смотрите, в... О, бутылочки брянькают. Ну-ка. Дайте мне бутылку рома, жестко. Давай, он где-то там, по-любому, одна, вот где-то вот там брянькает. Нужно подорабьется. Ты кто? Что с тобой делать? У меня пес. Это вот он меня ржал. Может, кота отправить? Твою мать, да что это такое? Ну вот с этим я разобрался. Вот, например, на второй камере я выбрал камеру 2. Она выбрана. Нажал швырнуть апельсин. Окей. Вот с этим ублюдком что делать? Он меня, во-первых, умораживает. Как мне его прогнать? Чёртова собака. Ей. Она как-то прогналась. Кошка прогоняет собаку. Найдите ром, сбегите. Я понял, все теперь. Ой! Я нечаянно. Ты вроде как там шарманчика задел. Окей. Ну вроде бы разобрался. То есть, когда приходит шарманчик, кидать апельсин на выбранную камеру. Когда приходит собака, нужно отправлять кота. И в свободное время нужно искать ром. Но сделать это нужно быстрее, чем вон та шкала наверху полностью наполнится, да? Нужно поторопиться. Ты кто? О-о-о, здрасте, у меня игра зависла. Почему? Так, у меня игра тупо закрылась. Замрачательно. Так, друзья, вот на первой менюшке я заметил, что есть гайды. Решил туда зайти, и там, в принципе, подробно написано, что нам нужно делать. В частности, что у нас есть, ну, вообще в этой демке, я так понимаю, будет два основных этапа, а один дополнительный. Во время первого этапа, который мы, собственно, и играем, нужно собрать минимум 5 бутылок. Причем я могу собрать больше, если успею. И эти лишние бутылки мне понадобятся для получения какого-либо случайного эффекта. Либо это 85% баф, либо 15% вероятность получу дебаф. А также список врагов. Капитан Флинт, этот краски он появился, у меня игра зависла. Значит, его силуэт будет появляться при отсутствии света. Видимо, у меня света не было, да? И к нему нельзя подходить. Ну, то есть к окну нельзя подходить. Вот рыжая собака. Оказывается, нужно закрыть просто дверь как-то. Захлопните ее как можно скорее в центре комнаты. Окей, есть черный пес еще, смотрите. Так, территория. Ну, это вот шарманчик. Мы его уже прогоняли. Если пью. Прислушиваться к звуку трости. Как только звук будет достаточно громкий, выпускайте своего ручного кота. Вот, кот против слепого пью. Нужно ориентироваться на звук трости. Ну, вроде бы, все понял. Погнали играть. Тут есть еще и скилл-чеки, понимаете? Представляете? Балдеж. Нашел что-то. Вау, ладно. Лучше всего, друзья, держать лампу постоянно выключенной, потому что у нас она заряд тратит, а больше он не восполняется. И как можно чаще проверять шарманчика. В яблочко. Задуваем лампу, поиск рома делаем. Тактика примерно такая. Шарманчик почти всегда у меня появляется почему-то именно на второй этой самой карте. Чёртова собака. Пока мы не подходим к окну, мы в безопасности, капитан нас не тронет, по идее. Превосходно. Так. Время зажечь лампу, ждем, пока он исчезнет.
Проверяем. Все еще на второй камере, кстати, странно. Ой, ты кто? Воу! Кто меня убил? Так, так, так. Да твою мать! Последний шанс. Кто? Типа пью. Ага, вот его нужно котом, котом прогонять. Что-то я не слышал, если честно, звука трости. Может, он какой-то тихий был? Пожалуй, будет хорошей идеей, если ты мне сразу отдашь карту. А-а-а, я не слышу его. Как его, это, как там, клюшку или чем он там ходит? Костылем? Я должен слышать какой-то удар. А, трость, трость. Ну, типа, это как звук какой должен быть? Типа, тук-тук-тук-тук, он должен быть частый. Когда человек идет, он постоянно тростью бьет, да? Тук-тук. Тук, как-то вот так, и громче, и громче. Но я никаких тук-тук-тук не слышал. Быстрее! Короче, отправил кота заранее, не знаю, просто наугад. Я не слышу этот удар трости. Чёртова собака! Я не слышу удар трости. Будем, короче, каждые два... Две бутылки найдены, будем... Отправлять... Кота нашего. Не подведи. Блин, вообще всегда его отправлять, раз такое дело. Он всегда на второй камере? Почти всегда. Я попадаю заранее туда. Он почему-то только на второй. Я поэтому ее оставил активной вторую. И больше особо не парюсь по этому поводу. Ай, пропамазал. Четыре бутылочки. Осталось последнее. Да, хорошо. Так, давайте, кот, иди. А чё у меня всё только апельсин один? Яблочко. Ай! А почему у меня... Чёрт, это собака. У меня только один апельсин, чё за дела? Сказали, что апельсины должны рандомно находиться, когда я буду находить бутылки. Но пока что не находил ничего. Еее! Нашёл. Демоверсия на этом заканчивается, все. Не, ну классно, мне понравилось. Но единственное, что не совсем понятна механика с тростью. Вот я разработчику советую трость сделать как-то более отчетливо, чтобы можно было понять. Я... Там есть какие-то звуки, такие пощелкивания, ну, фиг его знает, это звук того, что я ищу, руками брожу в сундуке, может, это оттуда звуки. Они какие-то неотчетливые. Я думаю, что нужно делать ее чаще, звук трости, и громче, отчетливее, чтобы можно было понять, что это, блин, трость. Поэтому приходилось мне тупо кота отправлять наугад. Но в целом вот такая вот игрушка действительно стоящая своего внимания. И стиль интересно проработанный, и графика вполне приятная, механики интересные, да и тематика острова сокровищ для FNAF-пародии вроде как в новинку. Я, конечно, играл в хоррор про доктора Ливси, но это все-таки немножко другое. На этом все. Напоминаю, что ссылочка на данный проект в описании. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, в мой дискорд-сервак, также поддерживайте канал на Бусти и смотрите видосики на Дзене. Это очень необходимо и помогает каналу. Всем пока-пока!